Когда две команды часто встречаются друг с другом по ходу регулярного чемпионата, впору говорить о сезонной серии. В сезонной серии Минского «Динамо» и ЦСКА все в пользу москвичей. Пока что три встречи: 4-0, 5-3 и 2-1 победы армейцев. В основное время, но вы могли обратить внимание на то, что с каждым разом разница заброшенных шайб все меньше и меньше. И Илья Шенкевич и Никита Жихарев, и седьмой защитник Олег Пожиган. Атака Минского «Динамо», Вадим Мороз. Какой вираж и какое спасение Ивана Федотова! Еще один классный момент у хозяев. Здорово сделал вообще. Так и размером воспользовался Мороз, но успел переместиться, когда там не было никого. Андрей Стась вылезал. Наброс. И Федотов не допускает отскока. Стась и его партнеры остаются в этом эпизоде ни с чем. На синей линии, но перескочила шайба через клюшку Шенкевича. Хороший перехват. Андрей Стась. Передача подставлена клюшкой. Мороз мог забивать. Не знаю, успел там Федотов или нет. Будем смотреть повторы, разбираться. Но момент очень хороший. Калинин делает. А вот таких ситуаций, как сейчас было у Мороза, Шенкевич. Шенкевич сильно. Федотов. За Шенкевичем тоже можно посмотреть. Он последнюю свою шайбу забил, конечно, давно, в 21-м году, но было это в ворот ЦСКА. Вот здесь у Слепышева появляется оперативный простор. Скидка Светлакова. Какая передача, какой бросок, и это перекладина. Судья разводит руки в стороны. Да, Корнаухов поднимал руки, а судья в углу развел их в сторону. Отличная комбинация, отличная передача. Ник Меркель. Неплохая смена у него и его партнеров. Коробов подключился, прошел к воротам, бросил, а потом и просто снес эти ворота. Игра остановлена. И сейчас команда небольшую передышку получит из-за рекламной паузы. Вы знаете, редко увидишь. Активно работает клюшкой. Опять перехват ЦСКА. Соркин к воротам. Шайба не прижата. Скачет, скачет и потом уходит все-таки с пятака в среднюю зону и даже в зону ЦСКА. Да, причем так хорошая смена в исполнении ЦСКА. И... Минчане в меньшинстве, про это уже говорили мы с вами. Андрей Стась. Вот атака в меньшинстве. У минчан бросок Федотов. Стасю не дает добить сейчас Даррен Диц. Это был прекраснейший шанс. Теперь ЦСКА атакует 3 в 2. Мамин чуть замешкался. Довольно активный период. Обе команды здорово действуют как в обороне, так и в атаке. Вот. Много острых моментов, но надо доедать. Например, уже человек, который родился в Минске, и, безусловно, у него есть поклонники в этом городе. Бросок с острого угла. Федотов реагирует и также реагирует на добивание Хэмилтона. И даже здесь выручает Федотов. Волков мог забивать. Я бы сказал, да, что вот ту разницу по броскам, которая была после первого периода, минчане попытались исправить уже в первой смене второго периода. Буквально в одной атаке, да. 14-10 по броскам в створ. Слепышев, передача в центр. Корнаухов синюю линию пересек. Бросок выше перекладины идет шайба. Потерял шлем Колосов, поэтому игра была остановлена. Еще одна хорошая атака в исполнении звена Светлакова. Вот они как бы в таких ситуациях 3-2 разбираются достаточно уверенно. На льду. Опять перехват армейцев. Провальник направо. Под бросок. И Колосов вытягивается и ловит эту шайбу. Точнее, отбивает своей ловушкой. Почему она, по-моему, пошла дальше, попала в штат. Расположился. С одним защитником играют минчане. Кадола. И это гол! Многовато пространства. У Кадола было время, чтобы вкатиться в глубину там и выбрать момент для прострела. С учетом того, что там сразу два игрока было, уж разглядеть этот эпизод Федотова было непросто. А уж среагировать на подставление Александра Волкова не получилось. Там же Меркель блеснул своим дублем. Сейчас Меркель без очков. Момент у ЦСКА. И тут же можно сравнять как раз к середине второго периода. Но против Алексей Колосов. Он забирает шайбу себе. Да, это четвертое звено ЦСКА. Сегодня, да, после пропущенной шайбы, ну, такой очень неплохой выпад на Хэмилтон. Защитник, перешедший. Оп, момент. Еще момент у Сатишвили. Бросок низом. Гол! 2-0. Данил Сатишвили, а здесь еще и перехватил. Просто здорово. И момент свой реализовал. 8 заброшенных шайб в 51 теперь встрече, проведенной в форме Минского «Динамо». Пока без результативных передач. Но вот с завершением, судя по всему, никаких проблем
У Сатишвили нет. Ну. Сатишвили подавлено шайбу Кузнецову. И вот так на свободный лед проходит передача. Еще один выход Сатишвили. И как же он забивает! Здорово. И скорость набрал, и пространство в средней зоне нашел. И создал, на самом деле, вот хорошую возможность для передачи от своего партнера. Ну и в завершении тоже поднял шайбу над ловушкой. И там вот такое впечатление, что просто с бортом столкнулся Сатишвили. То есть как раз столкновение с бортом выглядело куда более неприятным, чем столкновение с воротами на Минск-арене. Но, может, судьи посчитали. Вот момент у минчан, и нет броска, хотя уже освободились ворота. Да. Четвертая могла туда влетаться в минской команде. Волков шайбой, Хэмилтон заряжает, Стась на пятаке. И второй волной накатывал Ник Мерклин, но шайбу он так и не потрогал. И причем там отложенный штраф у минского «Динамо» на пятаке перед воротами Федотова наружу. Наверное, перестали бросать. Я думаю, не так много шайб до ворот дошло во втором периоде от нас. И пропустили простые голы и на своих ошибках. Хорошее преимущество, пока в третьем периоде не позволяет ничего создать. Момент у Акулова. Передача какая на Григоренко. И Колосов вытаскивает. Нарушение правил. И вот первый момент. И Григоренко. ЦСКА всегда это нападающий, как правило. И вот Каменев уже в зоне соперника. Пятак свободен. Это гол. Максим Мамин. 3-1. Здорово, на самом деле, вот здесь вот очень здорово обыграл, технично очень обыграл Каменев, подняв шайбу над клюшкой игрока минского «Динамо» и исполнив передачу на Максима Мамина, который одним касанием переправил шайбу в ворота минчан. Более близкий. Классом набрасывает. Плотников. Отскок на пятак. Хэмилтон. Крыл шайбу корпусом, отдал в направлении Горбунова. Касания не было, значит, это проброс. Каменев и Основин поборолись на вбрасывании. От синей линии еще один бросок и добавляет Каменев. 44-го номера ЦСКА. Кузнецов. Отличная передача. Выход Стася к воротам. Пауза и бросок с неудобной. Но Федотов вытаскивает. А, и, может быть, у нас будет повод вернуться к этому моменту. Да, если ЦСКА удастся навязать борьбу во второй половине третьего, с кончиком щитка. Вбрасывание за минчанами, рикошет и Федотов в последнее мгновение выбивает шайбу. Выкатывается Колосов, а там рядом Максим Мамин, который просто взял и обокрал вратаря. Создать проблемы для обороны минского «Динамо». Карнаухов с неудобной бросал, сбивает ворота. И главное, чтобы обошлось без повреждения у самого Павла и у Алексея Колосова. Да, были моменты сегодня у Карнаухова для того, чтобы отличиться. И сейчас тоже на скорости получил шайбу. Переложить ее на удобную сторону крюка не сумел, но тем не менее. Ну, как бы ЦСКА пытается форсировать события, так обострять практически Мамин каждой передачей. И понятно, что эти передачи связаны с большим риском и, соответственно, с одного. Да, это два в одного. Пышкайло слева. Стась долго обрабатывал шайбу. Передача. Гол! Никита Пышкайло набирает второе очко в этой встрече. Свою четвертую шайбу в сегодняшней игре. Вернув себе преимущество в три шайбы. Ну и смотрим. Вот здесь вот Сатишвили одним касанием просто за спину ближнему игроку. И вроде как успел догнать Стася Нестеров, да, второй защитник. Но прошла передача на дальнюю штангу через клюшку. И там на самом деле даже не клюшкой, а скорее всего шайба попала просто в Пышкайло. И рикошетом от этого нападающего, что на самом деле ни в коем случае его заслуг не отменяет. Это вот найти вещи, которые работают на входе в плей-офф. И сегодня действительно очень неплохая игра получилась у хозяев. Во многом, хочешь не хочешь, а приходится вспоминать эти три быстрые заброшенные шайбы во втором. Серия из пяти периодов без голов завершилась у ЦСКА. В шестом периоде гол пришел. Хотя это гол в большинстве. Впервые в ворота минского «Динамо», кстати, в этом сезоне ЦСКА забил в большинстве. Но и впервые минчане выиграли у армейцев. Ну да, я думаю, сегодня нам Лешка Колосов сыграл здорово, помог, в общем-то. И я думаю, что третий период, второй период, когда мы выиграли его таким заделом 3-0, в общем-то, он дал нам такое преимущество, где мы довели спокойно до конца.